В Егорьевском районе плачевную ситуацию изменить удалось быстро. Местные жители своими силами восстановили сгоревший некогда лес. Они возродили более 1000 гектаров соснового бора. Мы сами захотели, потому что нам это интересно, и мы хотим защитить природу. Она нас создала, по идее. Если и за ее красоту она нам дает кислород. В конце 90-х годов прошлого века в Алтайском крае прошел масштабный лесной пожар. Тогда огонь уничтожил 80 тысяч гектаров леса. На территории Егорьевского района стихия стерла с лица земли 9 тысяч гектаров сосняка. Восстановление зеленого богатства в начале 2000-х стало задачей не только России, но и всей планеты. Всемирный фонд защиты природы организовал благотворительную программу «Посади свой лес ради жизни». В ней приняли участие огромное количество различных организаций и известных людей. Так здесь появился и гектар имени Владимира и Людмилы Путиных. Прирост хороший, и мы пытаемся сохранить то, что здесь не только, конечно, Путиным посажено, но и всеми теми, кто внес лепту в лесовосстановление. Ну, конечно, любой публичный человек, он служит всегда примером для общества и должен быть примером для общества. Поэтому подобного рода деяния, они всегда, скажем так, сами по себе являются делами благими. А для тех, кто проживает здесь и видит это, они пример. К примеру, первого лица государства и сегодня следуют школьники. Они высадили более 5000 сеянцев сосны. В общей сложности в Егорьевском районе в рамках программы Всемирного фонда защиты природы удалось восстановить более 1000 гектаров леса. Это примерно 500 000 сосен.